Yeah. Я не знаю, так конченый интернет просто у меня убивает. Просто убивает. Завис. Да-да, и я за то же. Я, кстати, уже в рване хожу. Вот. Антох, хай. Да, привет, друзья. Связь хака. Говорите, как есть, связь говно. Эльмира, привет. Соседи, привет, всем привет. Ты классный, Антох, спасибо. Заходите почаще. Женя дома. Куда едешь? В магазин еду. Всю дорогу за рулем. Не, я еще поспал сегодня. Дома. 14 февраля, как собираетесь? Ну, мы завтра поедем с мамой Женей. Женей. Поедем куда-нибудь, посидим. Да я, о, привет из Баку. Вот помимо вас, да что ж такое за радио, да я не пойму. Вообще трэш. Я DFM оставлю. Любишь 14 февраля? Я жизнь люблю. А не 14 февраля. Спасибо за привет. Да не за что, всегда пожалуйста. На меня посмотрим. Так интереснее. Друзья, что на меня смотреть? Я недавно проснулся. Тем более здесь темно. Вы меня особо не увидите. Опа. Нет. А вы меня вообще опять не видите, не слышите, да? Друзья. Ау. Эй, где вы? Ты сегодня Дэнни покажешь? Дэнни дома кушает. Мы с ним побегали, поиграли. Эй. Наконец-то. Передай привет Анжелике. Анжелика, привет, слышим. Как твой новый бизнес? Вы про строительство имеете в виду? Потому что NL International – это не мой бизнес. А это компания целая. И она была создана людьми. А я просто, ну, просто занимаюсь этим параллельно. Вот. Как-то так. У тебя строительная компания? Да. Эй, друзья! Эй, привет, 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 Сюзанна вам. Женя, любишь, безусловно. Кто гуляет у вас с собачкой? Все, кроме я. Вы опять пропали? Ау. Друзья. Передай, мы тут. Да что-то вы не тут. Мы тут. Привет, Антоха. Привет. Включи клевую музыку. Сегодня радио вообще все говно, друзья. Поэтому я не знаю, что включить, если честно. Сейчас буду что-то включать вам. Опа. We speak. Best FM, может, нет? Да я не знаю, сегодня с музыкой что-то, проблемы какие-то, походу все бухают. В зал когда? Завтра? Я вчера был. Друзья, что сегодня с радио? В свой магазин едешь, да? Смотришь Дом 2? Нет. Ты заболел? Нет. На какой фильм ходил в последний раз? На... Короче, тип такой в костюме паука, ну красный, я не помню, как он называется. Дэдпул, по-моему, да, точно, Дэдпул. Кайфовый фильм, я поражал от души. Эй, на Доме 2 с кем-нибудь общаешься? Нет. На Дом 2. Из Дом 2? Нет, не общаюсь, друзья. А, пока пересмотри записи твоих трансляций, ты уже в прямом. Какой радио любишь? Black Star FM, но я не могу его, сука, найти, к сожалению. Вот, еще, как он называется? Забыл, как еще называется радио. Блин. Короче, ладно, вспомню, скажу. Друзья. Где вы? Где вы? Покажи коллекцию с магазина. Я с магазина обязательно выйду в Перископ, и мы с вами еще пообщаемся. Окей.
Второго ребенка пока нет. Смотри на дорогу. Зачем в магаз? Как зачем? Побыть там. На дорогу смотрю, друзья. Когда на тренировку? Завтра. Я уже, вы уже спрашивали же этот вопрос. Завтра тренировка, потому что был вчера. Вот. Эй. Друзья.